Разноцветная горка, удобные качели, стена для юных скалолазов. Такой современный детский городок появился в поселке Лунёво. Еще недавно в этом месте были старые железные турники. Жители обратились в территориальное управление с просьбой решить данный вопрос. В короткие сроки двор преобразился. Сейчас площадка изменилась до неузнаваемости. Площадка полностью с новым покрытием, с лавочками. Очень удобная для, как для детей, так и для родителей. Жители нашего поселка очень рады. Все мамочки довольны новой площадкой. Здесь всегда очень много детей теперь, много родителей. Такие и многие другие вопросы помогают решать жителям на выездной администрации, которая проходит в разных микрорайонах округа. В этот раз специалисты профильных ведомств в Новых Химках. Встреча прошла в стенах 10-го лицея. Иногда на местах не сразу решается вопрос, а тут все ресурсоснабжающие организации, и Совет депутатов, и социальная политика, и ЖКХ, и ТСК «Мосэнерго». Здесь можно решить быстро этот вопрос. Если вдруг не решается такой вопрос, то обязательно все дадут обратную связь. Это очень удобно. Алла Яковлева живет на улице 9 мая. Недавно в микрорайоне отремонтировали лестницу, которая ведет к домам. Теперь необходимо сделать поручень. Именно с этой просьбой жительница пришла на выездную администрацию. Обращение зафиксировали и назвали конкретные сроки выполнения. Обещали сделать к концу недели. Я довольна. Иначе записаться, ты то ли запишешься, то ли не запишешься, то ли придут, то ли не придут. Здесь ты придешь и наверняка попадешь. Виталий Карпов живет на Юбилейном проспекте. Его волнует обслуживание дома и подъездов. С этим вопросом он обратился к сотруднику управляющей компании «Жилищник». Формат нормальный. Хотелось бы честь. Я сел спокойно и все рассказал. Да, выслушали. Записал мои заявления на перерасчет лифта. Так вроде бы пообещала. Более сотни человек обратились к разным специалистам и депутатам. С начала года профильные службы обработали более 2100 заявок. Следующая встреча жителей и власти состоится 14 ноября в Сходне. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.